Красавец! Микролюди, да? Артерий. Начинаем со здорового. Швейная машинка у нас сзади такая. Да, сигаретную пачку. Ночью я буду кататься, а вы ходите без меня, пожалуйста. Пойдем посмотрим. Человечество всегда стремилось к долгой жизни. Веками мифы и легенды рассказывали истории о существах, обретших бесконечную жизнь. Мудрецы, ученые, алхимики и мыслители искали тайные знания и магические артефакты, которые могли бы продлить жизнь и сохранить молодость, формулу вечной жизни. Антибиотикам и передовым лекарствам, способным побороть большинство заболеваний, мы обрели возможность значительно увеличить продолжительность жизни. В начале 20 века средняя продолжительность жизни составляла всего 42 года. Сегодня в Москве она уже превышает 78 лет. К 2030 году ожидается, что средняя продолжительность жизни приблизится к 90 годам. Современные методы медицины совершенствуются с каждым днем, и доступность результатов прогресса становится реальностью для каждого жителя столицы. Здоровая Москва сияет множеством возможностей. Современные поликлиники, чекапы в парках, прекрасно оснащенные службы скорой помощи, высококлассные специалисты. Экосистема московского долголетия, а также спортивные комплексы. Человек сможет активно жить больше 100 лет. Это станет возможно благодаря технологическому прогрессу. Наряду с современными лекарственными препаратами и системой развития здравоохранения, технологическими открытиями немалую роль на пути к активному долголетию играет ответственное отношение к себе. Культура заботы о своем здоровье и внешнем облике имеет глубокий смысл и значимость. Соблюдение режима сна, правильное сбалансированное питание, физическая активность, психологическая стабильность, позитивное мышление и развитие культурной и досуговой составляющей жизни ведут нас к тому, что уже в ближайшие поколения наши дети и внуки смогут вести активный образ жизни до 120 лет и более. Но, к сожалению, некоторые факторы мы не в силах предугадать и предотвратить. Никто из нас не застрахован от несчастных случаев. Тем не менее, даже при таких обстоятельствах человек, благодаря возможностям города, может вернуться к полноценной активной жизни и прожить до глубокой старости. Город предоставляет людям уникальные возможности в сфере прогрессирования, которые вы можете увидеть в следующем зале.